Празднование Дня Победы в Бобруйске началось с открытия обновленного мемориала. Возложить красные гвоздики и почтить защитников Отечества минутой молчания собрались неравнодушные активисты, военные и руководство города. Тысячи памятников и обелисков напоминают нам о событиях Великой Отечественной войны. И сегодня, находясь здесь, на этом памятнике, мы отдаем дань уважения всем тем людям, солдатам, которые пали в Великой Отечественной войне. Мы говорим спасибо нашим дедам, отцам за победу. Этот памятник погибшим за родину неизвестным солдатам на улице Комбинатской установили еще в 90-е, когда были найдены останки военных, павших в годы Великой Отечественной. Со временем стела пришла в неприглядный вид. В 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков руководство Бобруйска-Громаша приняло решение памятник заменить. Благодаря этому дню, благодаря отваге людей, которые даже здесь захоронены, мы живем под мирным небом. Мы можем работать, наши детки растут здоровыми, счастливыми. Руководил той поисковой операцией 72-летний Станислав Ромашевский. Спустя десятилетия мужчина со слезами на глазах вспоминает, как это было. Сколько мы не копали, везде, и вахты памяти, когда сам идешь, всегда натыкаешься на большую берцовую кость. Вот эту кость, большую берцовую. И все, мы потом нашли 3 человека. Значит, было... Это была наша разведка 44-го года. Бобруйчанин отмечает, позже были найдены останки еще нескольких красноармейцев. В подобных операциях Станислав Ромашевский участвовал не единожды. С тех пор каждый год приходит на места захоронения в День Победы. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.